Клуб успешно собирает друзей с марта 1994 года. В его обществе насчитывается около 300 талантливых и известных людей. Это артисты, художники, скульпторы, дикторы и представители других творческих профессий. Специально для юбилейной встречи организаторами были приготовлены памятные медали для членов клуба. Заседание открыл актер театра и кино, режиссер Олег Марусев. Он представил завсегдатаев клуба. На каждой встрече подводятся итоги произошедших событий, обсуждаются планы на будущее и проводится церемония поздравления именинников. Председатель клуба Виктор Дудинов поприветствовал всех гостей. За эти 300 заседаний клуба создалась действительно дружная, крепкая семья. И вот все члены семьи, кто смог сегодня присутствовать на этом замечательном празднике. Мэр города Одинцова Александр Гусев тоже состоит в детектив-клубе. А в городе сколько? Уже 6 лет мы проводим совместно с детектив-клубом. И здесь полюбилось, в городе Одинцова, они постоянно здесь проводят свои заседания. Общение что сдает? Общение дает увидеть своих любимых артистов, которые рядом шутят, играют, поют, танцуют, выступают, читают стихи. Это очень приятно всегда. И общаться с ними, и просто увидеть даже. Как всегда, заседание проходило в очень теплой, дружеской, ну и, конечно же, творческой атмосфере. Открыл программу своими песнями народный артист России Заур Тутов. Лишь ей до конца он верность хранил, любовью ее хранил. Он жил, словно пел, а пел, словно жил. И великий Артемус Клим. Известная актриса российского кино Зинаида Кириенко исполнила всенародно любимую песню из кинофильма «Любовь земная. Эхо». Заседание клуба – это возможность собрать вместе таких творчески разноплановых и почитаемых публикой людей. Среди гостей Заур Тутов, Александр Голобородько, Олег Иванов, Любовь Терехова, группы «Лесоповал» и «Гуляй-поле», Феликс Царикатти, Татьяна Конюхова, Наталья Гвоздикова, Эммануил Виторган, Юрий Чернов, Дмитрий Быков и многие другие. В клубе состою с 99 года, ну то есть уже получается 16 лет. Это такая мощная энергетика от них, да, это то, что ты никогда не узнаешь, просто глядя на них на экран. Это совершенно другое общение. Просто я очень счастлив, что я попал в детектив-клуб в свое время. Артист юмористического жанра Михаил Вашуков сравнительно недавно вступил в клуб. Юморист поделился своими впечатлениями и рассказал, что ему дает такое общение. Дело в том, что я, наверное, один из самых молодых, как выяснилось, членов этого замечательного детектив-клуба. Приятно, что существует традиция не замыкаться как вот на старых актерах, на ветеранах клуба, а приглашать людей помоложе. Тем более мы уже тоже близко подходим к пенсионному возрасту. Приятно, что существует традиция делать обрезание галстуков. А такое общение в детектив-клубе с великими актерами, с которыми встречался когда-то на площадках, на съемках. Вот, и общение просто колоссальное. В непринужденной приятной обстановке под легкую музыку велись интересные разговоры, исполнялись песни как хорошо известные, так и совершенно новые. Даже на отдыхе эти люди остаются актерами и не перестают удивлять своим талантом. Мила Тарасевич, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».